Миф первый. Светлая обувь не для бишкекской весны. Возможно, раньше это и походило на правду, но теперь появилось множество специализированных средств, таких как водоотталкивающий спрей. Просто нужно тщательно обработать обувь, и здесь, смотрите, мы провели эксперимент. После обработки спреем капнули бишкекской грязью на нашу светлую обувь. Только посмотрите, она не впитывается, а просто скатывается в капельки. И очень легко удаляется даже сухой салфеткой. Миф номер два. Твердая подошва – это хорошо. На самом деле подошва должна быть мягкой и эластичной. Это исключает возможность ласкостопия. Миф номер три. Ортопедическая обувь необходима всем. Если у вас нет серьезных травм, вам подойдет обычная анатомическая обувь, выполненная из мягкой натуральной кожи и с правильным подъемом. Это поможет вам долго не уставать при ходьбе и также уменьшает риск ласкостопия.